Державина купили той лошадке, которой Зубик вчера, Станислав Новицкий, делал кучу лекарств. И сейчас мы с вами будем промывать ей там, делать назначенную процедуру. Ставим лошадку на развязки, пристегиваем. Лошадка хорошо себя чувствует, бодренькая, веселенькая. Лошади интересно. Лысенькая такая, протирается рано от всяких там ненужных грязей. Дырочка, да, ее еще и не видно практически. Заживет быстро. Мы же привезли святую воду, да? Как говорил, да, ветеринар. Как будем сегодня омовение делать. Главное, чтобы не зашипело и не испарило. Обмыть, да? Коня обмыть. Обмываем нос, грязный, несчастный нос. Ксюхи, маникюр какой. Когда наркоз мне уколите, я буду стоять, спать. Или жрать. Она даже вчера в наркозе спала. Ага. Ой, жрала. Так, сегодня первый день обрабатывается. Снутри не обрабатывается, только обрабатываем снаружи. Потому что внутри еще лежит лекарство. Ай, ладно. И оно ладно. Там пока работает. Снутри мы уже завтрашнего дня обрабатываем, да? Да, начинаем с завтрашнего дня. Угу. Берем серебро, его надо поболтать сперва. Открываем. Набираем. А я думала, серебряная в середине. А ну как вода. Серебро. Серебро должно быть серебряное. Серебряная. Серебрянка. Серебряная. Мне кажется, нас доктор немножко обманывает. Серебро не серебряное, да? Да. Вот, берем сначала 10 миллилитров. Угу. Чуть-чуть отодвигаем пальчиком. Ой, да ладно тебе. И на беззубый край, как велел доктор, наливаем. Сначала 10. Угу. Сейчас еще 10. Два раза делаем по 10. Так, и засекаем 5 минут. И что у нас после 5 минут? Будем заливать любой. Сейчас 17.27. В 17.32 будем заливать любой. Вот, Ксюха купила шприц. Там наконечник такой удобный. Он отлично. Шприц Жанне. Специально шприц Жанне. Для больших объемов. Еще с этим? Да. Они тоже продаются, они стоят 4 тысячи. А этот сколько? 100 рублей. 100 рублей. Вообще прекрасно. Теперь берем люголь, обычный раствор люголя. Ага. И заливаем миллилитров 5. Ну, 6 как получится. Шприц. У меня получилось 6. Ставим баночку. Пинаем ее ногой. Нет, пинай. Да, я расповесила их телку на потолке. И также на тот край в беззубый. На зубик выливаем. На бывший зубик? На бывший зубик выливаем. Сопроводка ротовой полости изнутри закончили. Супер. Завтра еще добавится промывание. Угу. Так, укольчик. Ну, мать. Стой, Тост, стой, стой. Тост, дай кровушки. Ты же вчера много взяли.